Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы очень сильно и давно просили разобрать, а именно «Пирокинез. Моя девочка софт-гранж». Ну а перед началом этого ролика я хочу напомнить тебе, дорогой мой друг, что мне есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Но если ты впервые оказался на моем канале, то посмотри этот ролик, если он тебе понравится, обязательно подпишись на мой канал. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих укулельных рядах. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И так как я не выучила абсолютно эту песню, мне приходится всегда подглядывать, а там прям полнейшая рыбчага, поэтому я ее покажу тебе вот в таком вот виде. В руках сигарета, в трамвай без билета, школа к черту и полетит дрянь на полке, моя девочка дрифует мимо улиц на скейтборде, наушники и плеер кассетный, плевать, чтоб потом мама отругает за септу. Живет моментом ее будущее в хлам и жует так сексуально свой вишневый бабл-гам, мам. Дебошир и скандалист, квейплеер и нирвана, фараон и прыгай киска. Пара тяг, их звук, гитара, все что нужно, и плевать, что будет дальше, потому что моя девушка софт-гранж. Воу, она слушает Кобейна, крутит бланты, потому что моя девушка софт-гранж. Воу. Разбор на укулеле. И вся песня у нас состоит на 5 аккордах. Первый аккорд — аккорд БМ. Мы зажимаем баре на 2-м ладу. Далее мы зажимаем 4-ю струну на 4-м ладу. Второй аккорд — аккорд А. Зажимаем 3-ю струну на 1-м ладу. И 4-ю струну на 2-м. Третий аккорд — аккорд G. Зажимаем 1-ю и 3-ю струну на 2-м ладу. Далее 2-ю струну на 3-м ладу. Четвертый аккорд — аккорд Фа диез. Вау, как страшно, на самом деле не так все, не переживай. Мы зажимаем баре на 1-м ладу, далее зажимаем 2-ю струну на 2-м ладу и зажимаем 4-ю струну на 3-м ладу. Да, как ты уже мог заметить, что в этой песне есть баре. Если ты его до сих пор не умеешь играть, то обязательно посмотри вот этот ролик на канале. Не переживай, ничего сложного в этом нет. Посмотри и возвращайся сюда. И пятый аккорд — аккорд D. Мы зажимаем 4-ю, 3-ю и 2-ю струну на 2-м ладу. Теперь это все вместе. БМ, А, G, Фа диез и D. С аккордами более-менее понятно. Теперь, что касаемо как что играть. На первые две строчки куплета мы будем просто играть удар вниз на один аккорд. Получается. В оригинале, конечно, там был один бой на всю песню, но я решила немножечко разнообразить, потому что, ну, играть одним боем всю песню, ну, как-то тупо. Теперь две эти строчки со словами. В руках сигарета, в трамвай без билета. И далее мы начинаем играть с вами бой. Бой следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Теперь чуть быстрее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Этот рисунок боя мы будем играть один раз на один аккорд. Заметь, тебе нужно очень хорошо знать этот рисунок боя, потому что песня у нас играется в быстром темпе, и тут у нас еще какие-то аккорды, и еще быстрый темп, этот еще бой. Поэтому все в медленном темпе сначала выучи, это первое. И во-вторых, отрепетируй хорошо бой отдельно. Этот бой мы играем один раз на один аккорд. Давай соединим. Мы так полностью будем играть первый куплет. Единственное, я немножечко там модернизировала на слова, потому что моя девочка софт-гранж, мы просто сыграем один удар вниз на аккорд фа диез, чтобы был какой-то разнообразие, потому что, ну, реально очень тупо играть одним боем целую песню. Поэтому я тебе сейчас это покажу, как это у тебя будет выглядеть. То есть будет переход от куплета на припев. Пара тяга, звук, гитара, все, что нужно, и плевать, что будет дальше, потому что моя девочка софт-гранж. Ну, это уже дальше. То есть ты заметил, да, на слово «потому что» я сыграла один раз удар вниз на фа диез. То есть это прям будет такая фишечка-плюшечка. На припев мы с вами играем тот же самый бой. И единственный мы аккорд А меняем на D. И получится у нас уже другая последовательность аккордов. То есть БМ, D, G, фа диез.
Сохраняем тот же самый бой. Теперь соединим это все с боем. Как-то корявенько звучит, но, в принципе, если потренироваться, будет круто. Теперь попытаемся это все соединить со словами. Потому что моя девочка софт-гранж, вау, она слушает Кобейна, курит планки. Потому что моя девочка софт-гранж, вау, носит шузы модной марки, красит волосы, ведь просто моя девочка софт-гранж, вау, и так далее. И всю песню доиграть будет четкими аккордами и боем, ля-ля-ля, вау, да-ля-ля-ля, софт-гранж. И во втором куплете на первые четыре строчки «Сигарету так пафосно курит» мы на каждый аккорд будем играть один удар вниз. То есть будет так. Далее второй куплет и припев мы играем точно так же тем самым боем, который только что выучили. Да, один раз на каждый аккорд. В принципе, вот вся и песня. Вот все на сегодня. Если тебе был полезен этот разбор, то можешь поставить свой лайк. Также напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Потому что тема рабочая, вы пишите свои пожелания, и я это разбираю. И не забудь поделиться этим роликом со своей девочкой софт-гранж. Или мальчиком софт-гранж. В общем, гранж. Но если ты хочешь поддержать мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Вот, например, эти ребята уже давно подписаны, получают клевые ништяки от меня. И весь раздачный материал я также публикую на Boosty. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!